Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами древнегреческой мифологии. Филомелла. Персонаж древнегреческой мифологии, дочь царя Афин Пандионы и Зевксипы, сестра Прокны, Эрхитея и Будда. Миф о ней локализуется либо в Фокиде, либо в Фракии. По другой версии мифа, Филомела, дочь царя Афин, была у своей сестры Прокны, жены царя Фокиды Тиреи. Тирей подверг Филомелу насилию и, чтобы скрыть свое преступление, вырвал у нее язык. Филомела рассказала об этом сестре, вышивке на ткани. Разъяренная Прокна убила своего сына Оттисея Итиса и накормила мужа его мясом. Зевс превратил Филомелу в ласточку Прокну, в соловья Атерея Вудода. Более поздние источники Овидий, Гиген и Аполлодор утверждают, что в соловья была превращена Филомелла, а в ласточку Прокна. История Прокны легла в основу ряда античных пьес, в числе которых трагедия Софокла Тереи. Ну вот так о персонаже древнегреческой мифологии Филомелла. Пока-пока, до свидания.